25 октября в Владивостоке прошло торжественное мероприятие, посвященное 80-летию пожарного поезда станции «Первая речка». В России организацией пожарной защиты железных дорог занимается Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта России». В состав пожарных поездов входит вагон-насосная станция и модернизированные цистерны водохранилища. Значимость заключается: пожарный поезд станции «Первая речка» уже с момента создания 80 лет стоит на боевом расчете, защищая инфраструктуру железнодорожного транспорта, в том числе другие инфраструктуры, где имеются тракционные пути, где можно подъехать. Вот в 1942 году был создан для обеспечения пожарной безопасности, и с этого момента на посту по станции «Первая речка» пожарный поезд стоит и выполняет свои задачи. После завершения торжественной церемонии были наглядно продемонстрированы технические возможности оборудования поезда. Состоялось показательное развертывание боевого расчета, тушение условного пожара. Это дело как бы ежедневно отрабатывается, чтобы люди были подготовлены. Ну и поэтому сегодня решили такой мероприятие провести ближе к торжеству. Команда пожарного поезда незамедлительно приступила к развертыванию поливочных рукавов и локализации возгорания. Борьбу с открытым пламенем вели при помощи современной пенообразующей смеси. Пожарный поезд предназначен не только для тушения пожаров вблизи железной дороги, но и для взаимодействия с пожарными расчетами в отдаленных районах края. Действия сообща железнодорожников и пожарных дают гораздо более существенный результат во время крупных пожаров. Анна Дьякова, Денис Фадеев, новости на восьмом.